Перми прошел финал интеллектуальной игры «Познай истину». Первенство прошло в стенах строительного колледжа и собрало лучшие команды Пермского региона. Финальное соревнование в этом году посвящено 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Почему масштаб подвига героев, защищавших Брестскую крепость, был в полноте оценен лишь по окончании войны? Какой танк, созданный еще в 1940-м, стал основой вооружения советских войск? За что румынский король Михай I был награжден Советским орденом Победы? На эти и многие другие сложные вопросы, связанные с историей Великой Отечественной войны, отвечали школьники и студенты Пермской епархии. По словам гостей и организаторов мероприятия, главным в викторине стало не само знание исторических фактов, а то, что нынешнее поколение помнит и чтит подвиг героев, отдавших свою жизнь за Отечество, за мир на земле. Вот эта память историческая, если она у вас есть, значит, мы можем дальше жить, существовать. Четыре команды из Перми и Пермской области соревновались в знании истории родной страны. В нелегкой интеллектуальной схватке чемпионом игры «Познай истину» стала команда гуманитарно-технологического техникума из города Добрянки. Ребята получили грамоты, памятные подарки и кубок. На самом кубке написано «Интеллектуальная игра «Познай истину» – первенство Пермского края». Остальные участники игры тоже не остались без грамот и подарков, а победители финала теперь смогут выступить в межрегиональном поединке с победителем игр из Екатеринбурга и Свердловской области.